Всем привет, друзья! Для начала скажу, что нажмите на настройки, выберите субтитры на вашем языке, здесь много вариантов я добавил, и включите субтитры. Вы уже знаете, что я показал, как диагностировать через программу Monaco 9.2. Также я показал, как подключить через OpenPort. Все ссылки на все программы я оставлю в описании. Также я показал вам установку Monaco 9 на Windows 10. Сегодня я вам покажу установку на Windows 11. Также, друзья, почему я показываю установку заново? Потому что это уже очень простая установка. Помните, в предыдущем видео, когда я показал установку, там нужно много действий делать, копировать, активировать и так далее. Много чего нужно делать. Сейчас я покажу очень простую установку. Ничего не нужно делать, все делается автоматически. Значит, прошлая сборка Monaco 9, папка весил 7,4 гигабайт. Здесь 21 гигабайт. Значит, сейчас давайте покажу, это видеоинструкция, пароль от вот этой программы. Программа Monaco 9 Amazon Growth TV. Значит, здесь SMRD файли. Фу. Здесь старые проекты я тоже оставлю. Эти проекты уже, да, 1921 и Daimler проекты уже есть в прошлой сборке, я оставил. А вот эти две папки я сейчас добавил, вот, 14 гигабайт. Здесь новые проекты Monaco 9, вот. И здесь уже новые проекты 2022.10. А старые проекты, вот, 21 года, 1925, тоже оставлю в папке, может вам нужно будет. Все проекты, все full SMRD файлы, все я оставлю в папке. Значит, запускаем Monaco 9. Выбираем язык, который вам нужно. Давайте английский. Окей. Пароль вот здесь. Далее установить. Далее принимаем, установить, закончить, закрываем. Так, вот здесь написано, что мне закрывайте это окно,
установите вот эту программу, потом нажмите любую клавишу для продолжения. Далее. Принимаем. Далее. Далее. Закончить. И здесь сейчас нажимаем любую клавишу. И все, друзья. Как видите, это очень простая установка. Друзья, нажимаем «Нет». Закончить. Все это делается автоматически, вы ничего не делаете. И уже Monaco 9 и установлен и активирован. Также правый клик, свойства, совместимость, изменить параметры. И здесь ставим галочку запускать эту программу от имени администратора. Применить, окей, чтобы всегда вы запустили от имени администратора или программа не будет работать корректно. Запускаем. Так, и видим, что программа работает. Вот. Активно. И статус активно. Все, друзья, как видели, мы установили. Установка очень простая, ничего не нужно делать, все делается автоматически. Я уже вам показал через OpenPort подключение. В следующем видео покажу через VXDIAC. Если нужна какая-то программа, напишите в комментариях, либо Monaco, либо другая программа, любая программа, если вам нужна, напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поддержите канал. Всем спасибо и удачи на дорогах.